Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Знаки зодиака, которые сделают первый шаг к счастливой жизни к концу лета. Судьба уготовила грандиозный триумф для избранных знаков зодиака до конца лета 24-го. В этот период они сделают решительные шаги к новым вершинам. Их ждет вихрь событий, калейдоскоп возможностей, череда головокружительных перемен. У этих счастливчиков появится шанс пересмотреть все аспекты своей жизни, от карьеры до личных отношений. Итак, первые знаки – это близнецы. К концу лета представитель этого знака воздушной стихии ждет настоящий звездный час. Судьба щедро дарит вас, исполнив самые сокровенные желания. Неожиданные повороты событий, приятные сюрпризы и удачные совпадения будут сопровождать близнецов на каждом шагу. В карьере близнецам откроются новые горизонты. Вы получите выгодные предложения. Заключите прибыльные сделки и добьетесь значительного карьерного роста. Финансовое положение близнецов значительно улучшится, что позволит исполнить давние мечты. В личной жизни ожидается множество счастливых моментов. В отношениях с любимым человеком воцарится гармония и взаимопонимание. Одинокие близнецы могут встретить свою вторую половинку. Не упустите этот шанс, проведите это время с близкими людьми, реализуйте свои самые смелые планы и наслаждайтесь щедрыми подарками судьбы. Следующие – это девы. Летом этого года станет для вас настоящий триумф. Под девизом «Мне везет во всем» удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях. Решимость, целеустремленность станут вашими верными спутниками на пути к новым вершинам. Девы с энтузиазмом возьмутся за реализацию интересных и перспективных проектов. Раскрытие своих талантов, получение признания откроет перед вами двери к новым возможностям и позволит значительно улучшить материальное положение. Достигнув финансовой независимости, вы сможете посвятить больше времени саморазвитию и реализации своих амбиций. Ваши сбережения значительно увеличатся, что позволит вам осуществить давние мечты. Не исключено выгодные предложения, крупные премии или даже выигрыш в лотерею. Одиноких дев ждет судьбоносная встреча со второй половинкой. Страстные чувства, романтические свидания и незабываемые впечатления наполнят вашу жизнь яркими красками. Семейные девы смогут преодолеть разногласия с супругом, обрести гармонию и взаимопонимание в отношениях. Следуйте за зовом удачи, верьте в свои силы и наслаждайтесь каждым моментом этого волшебного лета. И третий знак – это стрельцы. Стрельцы, лето этого года станет для вас временем грандиозных перемен. Огненная энергия будет подпитывать ваши стремления, помогая кардинально изменить жизнь к лучшему. Погружаясь в мир новых знакомств, расширяя круг общения, вы дарите себе шанс открыть неизведанные горизонты. Каждый новый человек в вашей жизни может стать проводником в мир новых идей, знаний и возможностей. Успешные связи с единомышленниками и влиятельными людьми станут катализатором для реализации амбициозных проектов. Любые препятствия на вашем пути превратятся в ступени к новым вершинам, укрепляя вашу веру в себя и свои силы. Удивительные перспективы ждут стрельцов в профессиональной сфере. Не исключены головокружительные предложения, карьерный рост и выгодные сделки. Некоторые из вас решат сменить сферу деятельности, погрузившись в мир новых идей и захватывающих возможностей. Вселенная будет благосклонна к вам, поддерживая ваши начинания и даря вам неисчерпаемый запас энергии. Благоприятные перемены коснутся и ваших отношений. Наконец-то вы сможете достичь взаимопонимания и гармонии со своим партнером. Чувства вспыхнут с новой силой, наполняя вашу жизнь нежностью, заботой и взаимным уважением. Ваши близкие будут дарить вам теплоту и поддержку, делая каждый день наполненным счастьем и любовью.